Это утро для лучших в стране спасателей определенно особенное. Они не только принимают поздравления от премьер-министра республики, но и получают подарки. Такие нужные. Сегодня автопарк татарстанских спасателей пополнили пожарные машины, УАЗы и мотоциклы. Это решение было принято президентом нашей республики Рустамом Нургалиевичем Минихановым. И основывалось оно на том, что давать нужно тем, кто может реально этой техникой пользоваться. Сегодня не только дарили подарки, но и вспоминали тех, кто погиб при исполнении служебного долга, при тушении пожаров, при разборе завалов. Сегодня спасатели Татарстана работают не только в республике, но и выезжают на помощь коллегам в другие регионы. Итоги на традиционной коллегии. Наши спасатели снова в топе. Главное управление сейчас Российской Республики Татарстан признано лучшим Российской Федерации. Мы не имеем права работать хуже. Наша задача укрепить достойную, достигнутые успехи и ни на один шаг не сдавать достигнутые позиции. Спасателям расслабляться некогда. Год наступающий непростой. Их ждет череда федеральных и международных событий. Обеспечение пожарной безопасности в период проведения выборов президента Российской Федерации. Подготовка и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в городе Казани. Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и пожаров. Как раз о последнем недавно говорил и Владимир Путин. Президент России отметил необходимость не только развивать и использовать новые технологии, но и продвигать добровольческие и волонтерские инициативы. Сергей Хайдаров, Амир Залюшев, ТНВ, Казань.